Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про отрицательную форму настоящего простого времени present simple и научимся ставить глаголы в отрицание, использовать present simple в отрицательной форме в речи и сделаем несколько упражнений на эту тему. Давайте приступать к этой интересной, классной теме. Перед тем, как непосредственно переходить к отрицанию, давайте вспомним, что это за время такое, present simple, когда оно используется, и зачем вообще нужно его использовать в английском языке. Обратите внимание на картинку. Да? У нас на картинке девушка вместе с собакой. Что мы можем про эту картинку рассказать? Кто-то спрашивает про эту девушку, например, у нее есть кошка? Мы говорим, нет, у нее собака. She doesn't have a cat. She has a dog. Вот фраза she doesn't have a cat, she doesn't have a cat. Это как раз-таки настоящее простое время, present simple, в отрицательной форме. Doesn't have, не имеет кошку. Вообще present simple, настоящее простое время, используется для описания каких-то фактов, которые всегда являются правдой, состояний и либо каких-то повторяющихся действий, да? Рутин. Например, если мы говорим про какие-то истины об окружающем мире, это может быть the sky is blue, небо синее, да, the sky is blue. Или, например, the sun sets in the west, солнце заходит на западе, the sun sets in the west. Здесь тоже глагол set стоит в простом настоящем времени. Также оно описывает состояние, когда мы говорим о том, что мы любим, что не любим, что нам нравится и так далее. I like cooking. Мне нравится готовить. Здесь глагол like стоит в простом настоящем времени, present simple. Также это время описывает какие-то повторяющиеся события, повторяющиеся действия. Например, I go to bed at 10. Я ложусь спать в 10. Это та рутина, которая повторяется у меня изо дня в день, поэтому я использую для описания простое настоящее время. Когда мы говорим о своем распорядке дня, мы тоже используем present simple. Так вот, в нем, в этом времени есть как утвердительная форма, так и вопросительная, и отрицание, как и во всех остальных временах. Да? Поэтому сегодня мы сконцентрируемся, именно сфокусируемся на отрицании. Как же оно образуется? Нам опять, как и для образования вопроса, понадобится вспомогательный глагол. Это глагол, который не переводится, у него есть только единственная функция, а именно образование отрицания. То есть он только показывает, что у нас в данном случае основной глагол стоит в отрицательной форме. Вот такое вот у него предназначение. Что же это за такой вспомогательный глагол? Это тот же самый глагол do, только в форме do not, или сокращенная форма don't. Don't. И для третьего лица единственного числа, опять-таки, у нас глагол немного изменен. Это глагол does, либо does not, и в сокращенной форме doesn't. Вот эти два вспомогательных глагола, две формы, вернее, don't и doesn't, мы и будем использовать для того, чтобы поставить глаголы в отрицательную форму. Давайте посмотрим на примеры, которые я здесь привела. I don't know him. I don't know you. Вернее, I don't know you. Я тебя не знаю. Мы не знакомы. Да? I don't know you. Здесь глагол know стоит в отрицательной форме, и поэтому нам для этого, поэтому мы используем вспомогательный глагол don't. I don't. I don't know you. Запоминаем, что у нас форма don't для всех лиц одинаковая, кроме третьего лица единственного числа. Да? He, she, it немного выделились и попросили себе другую форму вспомогательного глагола, поэтому вот так вот с ним приходится немного мучиться. You, да, переходим к следующему лицу. You. You don't know him. Ты его не знаешь. You don't know him, but he's a great guy. Но он клёвый чувак. Здесь опять глагол know стоит в отрицании и вспомогательный глагол don't. You don't know him. She doesn't know him. Она его не знает. И здесь появляется doesn't. Doesn't. Обратите внимание на правописание. Doesn't. D
D-O-E-S-N, апостроф T, doesn't know him. То же самое и для he. He doesn't know him. Он его не знает, он с ним не знаком. He doesn't know him. It doesn't work. Оно не работает. Это не работает. It doesn't work. I don't know what to do. Не знаю, что делать. Не работает, и все. Doesn't work. Doesn't – вспомогательный глагол, потому что у нас подлежащий it и основной смысловой глагол work. It doesn't work. И переходим к множественному числу. We, you, they – мы, вы, они. И для всех этих лиц мы используем вспомогательный глагол don't. Да, если вы видите множественное число, сразу можно расслабиться и вспомнить, что для любого множественного числа мы используем don't. We don't know him. Мы его не знаем. He's a new guy. Это какой-то новый парень. You don't know him. Вы его не знаете. You don't know him. But I'll introduce you. Но я вас представлю. Там вы его не знаете, но я постараюсь вас познакомить. They don't know him. They don't know him. Они его не знают. They don't know him. И опять повторяется вспомогательный глагол don't. Вот таким образом у нас используется отрицание в настоящем простом времени, в present simple. Запоминаем, что нам нужен всегда вспомогательный глагол, помощник, без помощника никуда. Поэтому две формы глагола do мы добавляем себе в копилку знаний. Это форма don't и doesn't. Давайте посмотрим на упражнение и на конкретных примерах разберем еще раз, как глагол don't и doesn't появляется в предложениях, куда его ставить и как правильно образовывать отрицательную форму. Вот у нас есть первое упражнение, где смысловой основной глагол, то есть о чем идет речь, должен стоять в отрицании, и мы будем добавлять вспомогательный глагол либо don't, либо doesn't. Первое предложение. He not play the piano. То есть он не играет на пианино. He doesn't play the piano. Потому что речь идет о нем, подлежащее he, поэтому вспомогательный глагол, который нам нужен, это глагол doesn't. He doesn't play the piano. Пример номер два. They not have friends. У них нет друзей. Такие вот они бедные, одинокие. They don't have friends. They don't have friends. У них нет друзей. They don't have friends. Здесь множественное число. И вспоминаем, что для любого числа множественного числа у нас форма don't. Поэтому ставим глагол don't после подлежащего. They don't have friends. Предложение номер три. Lucy, дальше основной смысловой глагол not draw pictures. Lucy – это she, да, это она. Третье лицо единственное число, поэтому вспомогательный глагол doesn't. Lucy doesn't draw pictures. Lucy не рисует картинки. Lucy doesn't draw pictures. She likes taking photos. Ей нравится делать фотографии. Номер четыре. I not like this color. Мне не нравится этот цвет. Для I у нас вспомогательный глагол don't. Поэтому все предложение будет звучать как I don't like this color. Мне не нравится этот цвет. I think we should use another one. Я думаю, нам нужно использовать другой. I think you can use a different one. Ты можешь использовать какой-то другой цвет. Вот у нас даже есть картинка, где кто-то проэкспериментировал с цветом, потому что предыдущий, вероятно, ему не понравился. И последнее предложение. We. Для we у нас, вспоминаем сразу вспомогательный глагол. Да, пока вы думаете, я дочитаю предложение до конца. To go out. И основной глагол not want. Мы не хотим сегодня выходить на улицу. Да? Ну, просто мы не хотим выходить на улицу. Для we, потому что это множественное число, у нас вспомогательный глагол don't, поэтому предложение будет звучать как we don't want to go out. We don't want. We want to stay home. Мы хотим остаться дома. We don't want to go out. Вот то, что касается первого упражнения. Давайте попробуем перейти ко второму упражнению, где задание будет чуть сложнее, а именно вам нужно из подсказок
и мне тоже нужно будет составить предложение целиком. У нас есть подлежащее и есть глагол, который нужно будет поставить в отрицание. Первое предложение. You. Дальше смотрим на основной смысловой глагол speak и дополнительная информация French. Ты не говоришь по-французски. Для you у нас вспомогательный глагол don't, поэтому получается you don't speak French. You don't speak French. Ты не говоришь по-французски. То есть, когда ты говоришь bonjour, это еще не значит, что ты знаешь французский. Номер два. Your uncle not play basketball. Твой дядя не играет в баскетбол. Your uncle – это he, да, это третье лицо единственного числа, поэтому вспомогательный глагол doesn't. Your uncle doesn't play basketball. Your uncle doesn't play basketball. He plays football. Он играет в футбол, не в баскетбол. Да? Номер три. Your grandpa not like cooking. Твой дедушка не любит готовить. Grandpa – это he, опять третье лицо единственного числа. Поэтому мы получаем предложение в итоге. Your grandpa doesn't like cooking. He doesn't like cooking. Обратите внимание, что like идет без s, да? Потому что s у нас перебежала к doesn't. Да? У нас есть s уже в вспомогательном глаголе, поэтому не говорим your grandpa doesn't like cooking. Это неправильно, неверно. Всегда смотрите, чтобы у нас была только одна s, да, где-то, если мы говорим про третье лицо единственного числа. Либо в does, либо если does нет, то она перебегает к основному глаголу. Номер четыре. Your cat not play with this toy. Твоя кошка не играет с этой игрушкой. Наверное, какая-то неинтересная игрушка. Your cat – это it, или для кого-то he, she, тоже можно так говорить о животных, когда они нам особенно важны и особенно любимы. Таким образом, мы понимаем, что нужно использовать вспомогательный глагол doesn't. Your cat doesn't play with this toy. Твоя кошка не играет с этой игрушкой. Your cat doesn't play. She wants another one. Ей хочется какую-то другую игрушку. Номер пять. Your best friend not know it. Твой лучший друг не знает этого. Your best friend может быть как he, так и she. В любом случае, это третье лицо единственного числа. Понимаем, что нужно использовать doesn't. И в итоге получается your best friend doesn't know it. Твой лучший друг не знает об этом. Какой-то секрет, видно, даже от лучшего друга. Вот что можно сказать про настоящее время в отрицательной форме. Чтобы запомнить и закрепить эту тему, я рекомендую вам сделать упражнение из вашего учебника. Также постарайтесь записать в своей тетради несколько примеров, которые касаются вас, ваших друзей и ваших близких, по тому образу, который я вам только что представила на слайде. Когда вы говорите «кто» сначала подлежащее, потом ставите вспомогательный глагол в отрицательную форму, doesn't, да, либо don't, если мы говорим про себя. И дальше идет основной смысловой глагол, то есть что делает, что происходит, и какая-то дополнительная информация после этого. Таким образом, вы сможете легко запомнить использование present simple в отрицательной форме и легко использовать эту форму в речи. Спасибо, что посмотрели. До свидания.